Быть женщиной, что это значит? Какую тайную владеть? Вот женщина, но ты незрячий, тебе ее не разглядеть. Увидеть, почувствовать и найти ответ на этот вопрос вы сможете здесь, в выставочном зале историко-художественного музея. Женщина прекрасная, загадочная, милая, добрая, нежная, восхитительная. В наши дни написано большое количество произведений, посвященных женщинам, их красоте и многообразию ролей в современном обществе. Матери, супруги, хранительницы домашнего очага, работницы. Я думаю, что не случайно эта выставка носит такое название. Когда вы пройдетесь по выставке и рассмотрите все эти работы, вы поймете, что это действительно так, что женщина может быть совершенно разной, но при этом всегда оставаться именно женщиной. В экспозиции представлено более 40 работ из фондов музея и частных коллекций. На них изображены женщины различных профессий – художник, реставратор, композитор. Для меня, прежде всего, быть женщиной – это быть мамой. Потому что мы все созданы для того, чтобы рожать детей и вырастить их достойными, чтобы они были достойны не только нас, но и всех, кто за нами стоит. Для меня, наверное, быть женщиной – это главное все успеть. И с детьми позаниматься, и куда-то сводить их, и домом заняться, и с мужем побыть вместе. Для меня быть женщиной – это реализовать себя во всех сферах жизни, то есть в работе, и в личной жизни, и в творчестве. Выставка «Быть женщиной. Что это значит?» позволяет нам осознать всю глубину и многогранность женской сущности и погрузиться в удивительный мир женской красоты и силы, мир полный тайны, загадок, света и нежности. Экспозицию можно посетить в выставочном зале во Дворце культуры имени Чкалова до 13 апреля. Евгения Корытько, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.